Еще одна пещера. У нас тут недомаг. Эх ты. Ледяной мудилья. Слушай, парень, ты не видишь, я занят. Ты можешь подождать? Неужели так сложно? Иди сюда. Ах вы. Я ж даже не сохранился, насколько я помню. Кошмар какой, где мы окажемся? Слава богу. Оказались там, где нужно. Текс. Ну, это, как его, пустите меня. Это что было? Что за хедшот? Меня еще отнесло, как кусок мяса. Это оскорбительно. Я этого не потерплю. Гори в аду. Он призвал какую-то ледяную дылду. Ну все, гад, я разозлился. Получи. Блин, ты сильный. Только зависаешь. Вот в чем твоя проблема. Так ты и сдохнешь, видимо. Свой же этот бот заблокировал. Ах! Ах ты! Кто-то там меня карает, видимо. Жестко и сзади. Да что ж такое? Мага! Я нашел мага покруче тебя. Это плохой признак твоих способностей. Нет здесь никого, хватит глючить. Блин, он использует щит. Он использует свои заклинания. Сколько ж у него магии-то по запасу. Оу! Главное увернуться от этого кошмара. Прям в подмышку запульнул. А ему пофиг. Ах вы. Вот он, зараза. Что с тобой делать-то? Сначала ты, потом весь предел. Нифига ж себе. Что-то сопротивляемость у меня магии как-то не на уровне. Жесть. Как не дать подбежать ко мне. Оу. Снова ты за старое. Да уйди ты. Ты мне мешаешь пройти. Так, одежда. Увеличить здоровье на 10 единиц. Что у меня там сейчас? 15 красноречия, цены выгоднее на 10%. Заклинание восстановления расходит на 10% меньше магии. Увеличит магию на 10%. Увеличивает здоровье на 10%. Увеличивает магию восстанавливается на 25% быстрее. У меня что, колец не надет, что ли? Увеличивает здоровье на 20%. Заклинание разрушения расходит на 17% меньше магии.
100% быстрее. Так уже можно повоевать с ним. Так, из него можно высосать магию попробовать. Ждем столопов. Ах ты! Зараза. На нем прям все, и оберег, и все, что хочешь. Прям зверев какой-то. Так, это нехорошо. Мне это дерьмо не помогает. Магическое. 125% быстрее. Я не хочу еще доспех сейчас снимать, потому что меня без них два счета замочат. Я только шлем поменял и все. А так больше лучше ничего не снимать. Да. Вот он гад. Мага! Ну чё там встало? Зараза, из-за нее сдох. И тем мага это припомню. Припомню все. Ладно. Допросились. Магия на 50% единиц увеличивает. Нет, лучше магия на 25%. Так, увеличить здоровье. А кольцо где у меня было? Оружие, броню может. Так, заклинание. Разрушение здоровья. Так. Попробуем. Блин. Попробовали, называется. Грязный нубак. Ай, фак. Вот вам и заклинание. Должно быть спешно. В этой поганой мантии и халате умираешь с одного удара. Надо попробовать вот сюда забраться как-нибудь. Авось прокатит. Нет, не прокатит. Да завалите вы его. Напрягает. Что за... Хозяина валить надо. Я уже иду. Пятый раз, наверное, уже иду. Меня это начинает бесить. Застрял парень? Бывает. А стрел-то у меня много. На всех хватит. Вот так и побеждаем. Иди сюда. Тихо! Он только что валил. Теперь уже, блин, рвется в бой. Зараза, офигел совсем. Все, завалили наконец-то. Можно идти дальше. А это я заберу с собой. Мое все-таки. Что у тебя тут есть, блин? Засранец ты поганый. Живучим гадом оказался.
На редкость причем живучим, на редкость гадом. Ну и что у нас здесь валяется? Меч Хьяти. Такой же абсолютно, как и Красного Орла, только без заклинаний. Серебряный слиток, стеклянная булава. Вот это тоже можно взять. Мага! Да-да-да. Опять центнер сейчас тебе загружу на плечи. Так, обменяться с тобой вещами. Булаву я тебе отдать хочу. Может, даже не только ее. Хотя нет. Проклятие Красного Орла я все-таки себе оставлю пока что. Так он двуручный или как? Наверное, двуручный. Да и дешевый он. Мне говорили, что будешь рубить всех с полудара. А это херь какая-то натуральная. До встречи, хранитель. Меня обманули. Возьму гнили. Утешу себя этим. Так. Они тут еще жертвоприношения производили. Возьмем-ка твое сердце. Белянка. Представляете, что будет, если съесть ее в реальности? А здесь не будет, наверное, ни черта, кроме легкого отравления. Кровавые тряпки. Трагедия в черных тонах. Читали такое. Клык саблезуба, ягода можжевельника, жир тролля. Ничего интересного, в общем. Это бочка. Ну, можно отсюда выходить. Небольшая пещера оказалась. Зато с одним очень крепким изгойчиком во голове. Ну вот, теперь мы призраку собутыльнику отдадим его меч, и что же он нам за это ответит? Призрачного золота. Ghostbusters. Да я сам, блин, с призрачным луком хожу, делая вид, что это нормально. Так, нам надо теперь перенестись. Вроде здесь мы были. Карт Вастен. А, нет, вот здесь мы были. Да, совершить путешествие. Вырубите вы уже эту боевую музыку. Меня от нее уже тошнит. От того, что она не к месту. Это огненное заклинание, которое мы выучили недавно, оказалось довольно мощным, кстати, средством оружия. Средством убийства. Неплохо так пуляет. Лишь бы мана хорошо восстанавливалась и было ее достаточно в запасе. Но жрет, да. Жрет действительно много. Это минус. А если наденешь шмотки мага, то с полпинка и умрешь. Так что не вариант. Зайдем внутрь. И встретимся лицом к лицу с нажравшимся привидением. Да-да-да, уже третий раз. Блин, я из-за этой поганой музыки вообще ни черта не слышу. Вырубите ее! Вырубите ее! Вырубите ее! Вырубите! Позволь мне напомнить тебе помощи, которые ты можешь.
Я сам по субтитрам читаю, так что не думайте, что такая плохая настройка звука. Кхе-кхе.